Чтобы попасть в финал конкурса «Лидер в образовании 2018», понадобились не только знания, но и умение вдохновлять и вести за собой. В финале регионального конкурса участникам предстоит защитить собственный проект и поучаствовать в профессиональном разговоре. На заочном этапе жюри оценило 12 проектов участников со всей области. На очном – внимание к самим конкурсантам. За победу в финале сразились 5 претендентов – руководители дошкольного, общего и дополнительного образования. У каждого конкурсанта богатый опыт работы на руководящей должности, масса идей и желание развиваться. Если человек профессионал своего дела, он очень серьезно подходит к выполнению обязанностей, разбирается в новых тенденциях, этот конкурс абсолютно не сложен. Он только дает возможность человеку утвердиться в собственных силах и понять, что он правильно выбрал управленческий путь. Лидером стала не просто эрудированный человек, а тот, кто не боится идти вперед, вдохновлять своим примером других. Победу в конкурсе одержала заместитель директора по воспитательной работе Сатинской школы Марина Валентиновна Щербинина.